футболе. Всем привет! Футболе. Всем привет! Я вас сегодня буду... 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 У меня ощущение насчет сегодняшнего матча, Георгий. Вот, честно говоря, у меня ощущение очень хорошее. Команды неплохо готовые, здорово смотрятся в атаке. И я предвкушаю хорошую результативную игру. Возможно, ситуация тянула на предупреждение. Но пока что арбитр ограничивается устным внушением. Рефери сегодня достаточно спокойный, на самом деле. Он часто позволяет играть достаточно жестко и грубо. Другой бы уже, наверное, команда посадил на свисток. Давид Силин. Ощущение насчет сегодняшнего матча, Георгий. Вот, честно говоря, у меня ощущение очень хорошее. Команды неплохо готовые, здорово смотрятся в атаке. И я предвкушаю хорошую результативную игру. Возможно, ситуация тянула на предупреждение. Но пока что арбитр ограничивается устным внушением. Рефери сегодня достаточно спокойный, на самом деле. Он часто позволяет играть достаточно жестко и грубо. Другой бы уже, наверное, команда посадил на свисток. Давид Силин. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но свисток арбитра молчит. Ощущение насчет сегодняшнего матча, Георгий. Вот, честно говоря, у меня ощущение очень хорошее. Команды неплохо готовые, здорово смотрятся в атаке. И я предвкушаю хорошую результативную игру. Возможно, ситуация тянула на предупреждение, но пока что арбитр ограничивается устным внушением. Рефери сегодня достаточно спокойный, на самом деле. Он часто позволяет играть достаточно жестко и грубо. Другой бы уже, наверное, команда посадил на свисток. Давид Силин. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но свисток арбитра молчит. Футболе. Всем привет! Я вас сегодня буду...